А тем временем, с целью получения материальной выгоды, некоторые граждане пользуются сложившейся ситуацией с COVID-19. В ходе операции, проведенной Министерством внутренних дел, задержана группа лиц, которая готовила фальшивые справки по результатам анализа на коронавирус. Надира Закирова с деталями. Фельдшер Шариф Байманов, работающий в частной клинике Мурод Медстар в Карши, а также медсестра отделения лаборатории Кашкадаринского областного санитарно-эпидемиологического центра Сурайо Наджимова, были задержаны в процессе реализации поддельных результатов экспресс-тестов гражданам в размере 200 тысяч сомов. Подобный факт незаконной деятельности был пресечен и в Намангане. Абдукахур Саторов, дезинфектор отдела дезинфекции управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Наманганской области, также был пойман с поличным во время продажи фальшивого теста анализа на COVID-19 за 200 тысяч сомов. Заработать легкие деньги — именно таким способом воспользовался и житель Ферганы Шукрулло Юсупов. Он был задержан сотрудниками Министерства внутренних дел при получении 200 тысяч сомов за поддельные справки. По всем установленным фактам ведутся следственные дознания.